Приветствую вас. Вы знаете, вот вы пишете, что, значит, к чему снится сон, про то, что человек, который любит меня, и я его тоже, пригласил мне встречаться. Значит, интерпретировать это можно по-разному. Во-первых, по смыслу вашего сообщения не очень понятно. Человек, который вас любит и которого любите вы тоже, это человек реальный или вы имеете в виду, что во сне вас любит, вот он во сне любит вас человек, во сне вы его любите? Прошу прощения, если мой вопрос показался вам глупым или что-то еще, но, на мой взгляд, подобная вещь необходима. Необходимо это выяснить, потому что, на мой взгляд, не очень понятно, что вы имеете в виду, что вы подразумеваете, точнее. Вот. Значит, далее. Что я вам хочу сказать? Дальше. Значит, смотри. Если человек в реальности, то есть вот в реальности есть такой человек, который вас любит, которого вы любите, и в реальности этот человек предлагает вам встречаться, то, скорее всего, сон означает, что вы хотите некого продолжения, некого, может быть, даже не продолжения, а может быть, даже развития отношений с этим вот человеком. То есть вы его любите, он вас любит, но отношения ваши пробуксовывают. И вы хотите развития для этих отношений. Ну, для своих отношений, да? Вот. То есть здесь идет желание развития выхода отношений, ну, например, на, скажем, на новый уровень, да, и так далее. То есть вас явно тяготит в таком случае ситуация, которая вот сейчас имеет место быть. Вас она тяготит, ну, вполне возможно, что не очень даже нравится и так далее. Вот. Это, значит, такой вот момент, который я хотел вам сказать. Далее. А если человек, которого вы любите и который любит вас, есть только в вашем сне, есть только в вашем сознании. То есть в реальности этого нет ничего. Тогда это говорит о том, что вы давно не, что вы хотите отношений, что вам нужны отношения, что вы в них нуждаетесь, в этих отношениях, и, по сути дела, стремитесь к ним, как бы. Вот. Так, по крайней мере, я вижу то, что с вами происходит. Так, по крайней мере, вот мне видится ситуация, которая с вами происходит, да? Вот. И в таком случае нужно подумать, а что мешает вам выстраивать отношения с людьми, с партнерами, да? Что мешает вам вступать с ними в отношения? Что мешает вам взаимодействовать с ними, сближаться с ними и так далее? Нет ли у вас каких-то страхов на этот счет? Это вот подобная вещь, она тоже довольно-таки важна. И важна она, эта вещь,
достаточно сильно, на самом деле, потому что если вы не можете сблизиться с человеком, если вы не можете с ним сблизиться, вот не получается это делать, то на это есть причины, и с этими причинами вполне вероятно нужно разобраться, потому что они вам мешают. Они не позволяют вам реализовываться полностью, они не позволяют вам как бы, ну, чувствовать себя полноценно представителем пола в личностном проявлении, понимаете? И отсюда возникает фрустрация, отсюда возникают подавленные желания, и по сути дела эти подавленные желания, они проявляют себя именно во сне. Вот так мне видится то, что с вами происходит. Так мне видится ситуация, которая с вами сейчас произошла. Конечно, интерпретаций снов может быть довольно много, и может быть у кого-то будет своя интерпретация, но исходя из того, что вы написали, исходя из информации, которую вы предоставили, я могу сделать именно такой вот вывод. Соответственно, на этом все. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите мне в личку. Вот. Я буду рад вам помочь. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.